Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби. Чистым сердцем Тебе славить. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби. Чистым сердцем Тебе славить. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби. Сердцем Тебе славить. Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на небе сподоби. Сюда, ковер, сюда.
Слава святей, животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Ну, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Да воскреснет Бог и расточется в разить Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезну. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. А когда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Сидение Божие сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. И ныне присно и во веки веков. Аминь. На Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Thank you.
Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе! 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 Воскресе! Христос 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 воскресе! Спасибо за свидетельство. Приди, ты его приди.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Воистину воскресе. Христе, Боже наш, помил Бога, упомянул Господи, и же прием помилостных и жертвы, и Христе спасение Бога, и святаго Твоего Духа. Боже, извини стражи, Бога благоволи, Лева, Бога, стани с нами, покажи, святому ангелу, я с Бога вылечал, не спасение миру, я во воскресе, Христос, я посетилен. Христос воскресе из мертвых, Боже, с кем попал, я поразвесил, если мою кровь, я человек живом, не старичися, не порочен же, я бы не вкусен скверный, наша фаса. И я могу в истине совершен лечимися. Христос воскресе, я выйти на верхний огнец, мой судьба на крест, Христос болит за все законы, вас очистить меня, и попись гроба красное, правда на высия солнце. Христос воскресе, смертный, Ходила Тебе, проносим Христе Боже наш, помимо Бога ухами духовно, Ты небесный Той жертвенник, возьми спасли нам благодать, и святаго Твоего Духа. Христос воскресе, святой смерти, смерть попро, Иисусе во гробе живот дорога.
воистину воскресе. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благодать Пресвятаго Твоего Духа. Аминь. Слышали себе исконе земли, и сокрушили себе вечные язы, лежащие связанные призы, и приняли меня Бог Притаиона, воскресись от гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранится знамение призы, воскресись от гроба, включите в невредимое Рождество Твое, и ответите на просветление. Воистину воскресение Христово видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боиси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся Святому Христову воскресению, всебо прийди Христом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушит.
Божий. Воскресение Христово, видишь, Бог дает все святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое Твое мы славе, и воисе Бог наш, разве Тебе и нужно не знаем, имя Твое именуем, придите себе вели, поклонимся святому Христу воскресению, всему приеде Христу в радость его миру, всегда благословище Господа, поем воскресенье его, распять его претерпел, смертью смерть разрушил. Воскресенье Христово видяше, поклонимся святому Господу Иисусу, единого безгрешного, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое моим и славе, Ты мой и Бог наш, разве Тебе много не знаем, имя Твое милое, придите все верни, поклонимся святому Христу воскресенью, и небесный Твой жертвы, небесный спасли, и благословящий Господа, поем воскресенье Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскрес Иисус от гроба, я тоже проречи, даде нам живот вечный и велию милость. Воскрес Иисус от гроба, я тоже проречи, даде нам живот вечный и велию милость. Воскрес Иисус от гроба, я тоже проречи, даде нам живот вечный и велию милость. Воистину воскрес!
Ходилу Тебе приносим, Христе Боже наш, по неблагоухание духовно. И он принялись не Твой жертвы, не возьми спасение Бога. Святые, Единицу Отца и Господь, праздник, и торжество, и торжество, жертвы Сына Христова веки. Христос воскрес из мертвых, видите нового винограда рождения, Божественного веселья, нарочитом дни воскресения, со всем Христовым приобщимся, поющего, яко Бога во веки. Христос воскрес из мертвых, возведи во Христа чистый сегодня, весь всего предошек Тебе, яко Бога во веки. Но истина воскрес! Запады севера и моря, и Господа чаза Твоя, и верно настоящий Христово веки. Христос воскресе! Христос воскресе!
воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воскресе из мертвых, смерть из мертвых, храм, и сочи во гробе живота,
священная нам здесь показалася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха взяча злая, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верный. Я выше за ебельно и шезу, предитель, от видения жены благовестницы, и все он уцелит. Когда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены, отру глубоку, представшу гробу живодавца, опритоша ангела на камени сидяща, и то и провещавим, сице глаголоше, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного вот ли, шедше проповедите ученику ум его. Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Процем, братья, и ненавидящим нас, простимся воскресением, и так возопием. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисусим в гробе живот даровал. И живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово гласительное во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Христос воскресе! Воистину воскрес! Кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, тот пусть радуется, войдет в радость Господа своего. Кто потрудился, постясь, тот пусть возьмет ныне динарий. Кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть с благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ибо нечего не лишится, ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот
не страшится за свое промедление. Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в 11 час, так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отчет, честь и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду, богатые и бедные, ликуйте друг с другом, воздержанные и нерадивые, почтите этот день, постившийся и не постившийся, веселитесь ныне, трапеза обильна, насыщайтесь все. Телец велик, никто пусть не уходит голодным, все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости, никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство, никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедший в ад, огорчил того, который коснулся плоти его. Об этом Иисаия, предузнав, воскликнул. «Ад, — говорит он, — огорчися, средь тебя доли». Он огорчился, ибо стал праздным. Огорчился, ибо посрамлен. Огорчился, ибо умершлен. Огорчился, ибо низложен. Огорчился, ибо связан. Он связал тело и нашел в нем Бога. Взял землю и увидел в ней небо. Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Где те смерти жало? Где те ада победа? Воскрес Христос, и ты низложился. Воскрес Христос и пали бесы. Воскрес Христос и радуются ангелы. Воскрес Христос и водворяется жизнь. Воскрес Христос и мертвого ни одного нет в гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умершим быть. Ему слава, держава во веки веков. Аминь. Христос воскресен! Твоими словесами доказуя очи, а не злоголосие. Моли слово Христа Бога, спасися душа наша. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Помилуй, Господи, помилуй.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попора. Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав. Истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко влаки человека любят. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воскресе! Поклонимся святому Господу Иисусу.
распятие претерпе, смертью смерть разрушенному, предаливши утро ежелови, и увлеши камень отвали над гробом, слыша под ангелом во свете Христа сущего, смерть ими, что ищете я по человеку, видите грудные пелены, цитите веру проповедите, яко вас как Господь умеет верить смерть, яко есть Сын Бога, спасающий город человеческий, очи его грусть решила себе смертни, но одному разрушила себе силу, и воскресите, яко победите Христе Божие, жена мира носится, веща вы радуйтесь, и твоим апостолам не даруя, Божий подай воскресенье, покрови плоть его одежи с души, якобо, проезжи с разбойников, и на престоле было сети солнцем и духом, все исполнение описаны, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же волосся все пары и простейший, воистину и чертога всякого царского показался светлейший Христе гроб твой, источник нашего воскресения, и ныне престой во веки веков, аминь. Вышнего священное божественное исцеление, радуйся, того и подадимся, радость Богородица за Божьей, благословенна ты, жена Тысяси, непорочная владычица. Господи, помилуй, 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 слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и престоли во веки веков, аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие без сравнения серафим, без исцеления Богослова рушаю, сущие Богородицы величаем. Именем Господним высоко преосвященнейшей владыку благослови. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, несущего на мир живого дорога. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, несущего на мир живого дорога. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, несущего на мир живого дорога. Воскресение Христово видяше, поклонится Святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и Святое воскресение Твое Боеве славе. Ты выйти Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, третий всемирный, поклонится Святому Христову воскресению, всем умрите Христом радостному миру, все да благословящим Господу, Боем воскресение Его, распятие по претерпе, смертью смерть разруши, воскресение Христово видяше, поклонится Святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и Святое воскресение Твое Боем и славе. Ты будешь Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся Святому Христову воскресению, всем упрежде Христом радостью миру. Все да благословящий Господа, Боя воскресенье Его, распятие Его претерпе, смертью смерть разруши, воскресенье Христово видяше, поклонись Святому Господу Иисусу, Единому
и святое воскресение Твое мы прославим. Ты Боже, Бог наш, разве Тебе много не знаем, имя Твое минуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, всего прийди Христом рада всему миру, всех на благословящих Господа, Твое воскресение Его, распятие Его претерпев, смерть Ее смерть разрушена. Предволившее утро еже упорили, и обрешая в доме и отвали над гробом, слыша под ангелом во свете Христа сущих сущего, смерть вы мечтающите яко человеку, видите гробные пелены, цитите и миру проповедите, яко восстан Господь умертвивый смерть, яко и Сын Бога, спасающий город человеческий, очи Его разрешила себе смертне, но Адама разрешила все силу, и воскресите, яко победите Христе Божие, жена мира носится, обещала, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруя, Боже, подаю воскресенье, бодро верхнусь, ебо, отец, души, яко Бог, в рае же с разбойником и на престоле был, и Христе солнцем и духом, все исполнение описаны, слово услышано и святого духу. Я Боже, воносить, я Торая краснейший, воистину и чертога всякого царского показаться святейший Христе кровь твой, источник нашего воскресения, и ныне и присно и во веки веков. Вышнего освященное божественное исцеление, радуйся, Тобою подадись, радость Богородицы забочи, благословенна Ты, жена Тысяси, непорочная владычица. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшие герои, славнейшие без сравнения серафим, без искренния Бога слова ручую, сущую Богородицу все величаем. Именем Господним высоко преосвященнейшей воды по благослови. Аминь. Христос воскресе Вышним славным, как написано в книге. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть попрал, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть попрал, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть попрал, и сущего гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, высоко преосвященнейший Владыко, благослови. Христос воскресе, и смерть и смерть, и смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Христос воскресе, и смерть и смерть, и смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Христос воскресе, и смерть и смерть, и смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. И нам даровал живот вечный, поклоняйся Его тридневному воскресению. Христос воскресе! Христос воскресе! Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Создавай нас, Господи, помилуй нас. Ищи слава, согрешили Тебе, Господи,
прости нас, грешных. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живут даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живут даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живут даровав. Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеце благоволение. Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеце благоволение. Господи, устне наше отверзиши, и уста наша возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Да исправит Господь стопы ваши, да поменет вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Да воскреснет Бог и расточется в рази Его. Христос воскресе, святый, 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 прав, и сущим во гробе живот даровал. Как исчезает дым, да исчезну. Христос воскресе, святый, 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 прав, и сущим во гробе живот даровал. А когда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы, да возвеселятся. Христос воскресе! Христос воскресе! Сидень Его уже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Он. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Христос воскресе, святый, 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 прав, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе, святый, 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 прав, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Воистину воскресе, воистину воскресе, воистину воскресе. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Боже наш небесный хлеб, пищу всему миру Господа нашего, и Бога Иисуса Христа, послав и спаса, избавителя и любителя, благословящего, освящающего нас, сам благослови и предложение сею примем пренебесный твой жертвенник, помяни, яко благ и человека любит, принесший Боже ради принесешь, и нас не осуждено сохрани во священнодействии божественных твоих тайн, яко святися и прославися пречесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Боже держава, несказанная слава непостижима, яко же милость безмерная, человеколюбие неизреченно, сам Владыко, по благоутробию Твоему присно на нас, и на святый храм Сей сотвори с нами и молящимися с нами. Богатые милости Твоя и щедроты Твоя, яко подобає Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнился для Твоя и сохрани. Освяти любящее благолепие Дому Твоего, Ты тех Христос, слави Божественной Твоей силы. И не остави нас, уповающих на Тя, яко Твоя держава, Твое и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Согласно даровали нам молитвы, чтобы мы молились, чтобы мы слышим свои молитвы.
прошению подать обещали сами не рады, прошению полезному исполнить. Дай настоящие дети познания Твоей истины, будущей жизнь веры, вечную дару, как у благо человека, и Бесков Мессии Тебе славу высылаю. Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пусти и во веки веков. Великий Господи Боже наш, остановись всех чиновников, ангел, архангел, служение Твоей славы. Сотвори сердцем нашим ходе святых ангелов, будьте сослужащих нам и со славой служащих Твоей благо. Я поподобаю Тебе всякое слово чести, как и мне, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пусти и во веки веков. Воскреснет Бог и расточатся врази Его. Христос Анести Мегнегра, Анадо Патизос, Летис Энтис Клемас Езаэль, Харисом Энос. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос резурекси де мортуис, оте пате корпори, эдензи Богус инсе порис миром донали. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе из мертвы, смерть если поправ, смерть если поправ, и сущий Бог ровень живого рома. За усердное служение Матери Церкви ко Дню Святой Пасхи, клирик Кафедрального Собора, города Бреста, протоиерей Сергий Чарун награждается правом ношения креста с украшениями. Аксиос достоин. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Благословен хоть святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. Воскреси из мертвых.
Тих поёши, я тихи, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святый еси Боже наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Аллилуйя!
Христу крестистися, во Христа облікостися. Боже, и вижть, и посети виноград сей, и утверди его же насади, десница твоя. И лица у Христа крестистися, у Христа облекостися. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Лица во Христа крестистися, во Христа облекостися. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь, благословен Господь, благословен на престоле славы Царства Твоего, сидящий на херувиме преклятый, то вознесённый во все веки. Во Христо крестистися, во Христа облекостися. И Духове Твоему, прокимен гласось мы, сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онь. Исповедайтеся, Господи, веяко блакеко век милость Его. Среди Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся Вон. Сей день Его же сотвори, Господь. Деяния святых апостолов, чтение. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божие. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Мир тем, и Духове Твоему. Аллилуйя, 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 глас четвертый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты
и воскрес ущедрейший Сиона. Господь с небесе на землю презре. Святого славного, всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И Духу и Твоему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В начале без слова, и слово и бег Богу, и Бог без слова, сейбо искони к Богу, вся тем выше и без него ничтоже бысть, еже бысть, в том живот бе и живот бе свет человеком, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. In principio erat verbum, et verbum erat quod Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, en sine ipso factum est, hinil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre emnon, comprehenderunt. En archeon logos, que logos en proston theon, que theos en logos, utas in anarchi, proston theon, pande dieltu, egeneta koi choris, aftu egeneta, ude en ogegonen, en aftu zoi en kadzoi, in tofos, on anthropos, que tofos en siskotiafani, Кэ искотя, а в дом укаталове. Решит гая гадавар, ве гадавар гая эд гай логим, ве логим гая гадавар, гу гая брешит эмель гай логим, га коль ни га аль ядо уми баляда, ло ни гая каля шер ни гая, бо гаю хаим, ве га хаим хаю орбене гадам. Вегор бехоше Захар, вегахоше Ло Гишиго. Имя ему Иоанн, сей приидя во свидетельство, да свидетельствует о свете, да все веру имут ему, не битой свет, но да свидетельствует о свете, Бесветит истины, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире бей мир, тем бысть, и мир его не позна. Во своя прииде, и свои его не прияша, и лица же прияша его даде им облащадом Божиим быть и верующим во имя его. Им же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужские, но от Бога. Человек,
страдания мужа от Бога на родительня. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ім'я Іоанн. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його, що не з крові, а не з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Бій чоловік послан від Бога по імену Йован, повоє додже за свідочанство, да сведучи о светлости, да сви верую кроз нега. Он не беша светлость, него да сведучи о светлости, беша светлость истини та, кое обасья вас свакого човека, кое долази на свет. У свиту беша и свет кроз нега постаде, и свет га не позна, своему дочи и свои га не примише. А онима, коїга приміше, даде власть, да буду чеда Божія. Онима, кої вірую ім'я Негово, кої се не родише от крові, не от желе телесне, не от желе мужевле, него от Бога. Появив се чоловік, посланий през Бога, яму було на ім'я. Пшіше до нас свідецтво, аби засвячить о святості, ви всіці увіжили пшіз Него. Не був он святості, леч посланим, аби засвячить о святості. Було святлость правдива, ктура освенца каждого чоловіка, гди на свят приходи. На свете було слово, а свят стал сен чезне, леч свят го не познал. Пришло до своей властности, а своего не приели. Всиским тим еднак, кто же е пшейли, дало моц, аби се стали детьми Божими, тим, кто же вежен в имя Его, кто же ани з крви, ани з жонзи тяла, ані з волі менжа, але з Бога се народили. І слово плоть бисть, і вселіся в них, і видіхом славу Його, славу яка єдинородного от Отца, і споль благодати і істини. Іоанн свидетельствует о нім, і возва глаголя, «Сей бей Боже рев, іже по мне гряди». Предо мною бысть, яко первыми небе, и от исполнения Его мы все прияхом и благодать возблагодать, яко закон Моисеем дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть. And the Lord was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as from the only begotten the Father, full of grace and truth, Jembeb, witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He went come after me, is before me, for he was before me, and of his fullness have all this we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns,
und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als den Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes gab Zeugnis von ihm und rief: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er eher war als ich. Von seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, Gnade über Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben und Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus Christus. Или вы поэте в пеше, эт им абите пахмину, лендах вас, эт ле авегите, эн музаво уса глюах, глюах ки тьян де сон пэр, ком фис унике, жанрен темуаньяж де луи, эт им кри де сон, сэ де луи ке жан ди, сэ луи ке вьян апре муа, ле вуаля пасе деван муа, parce qu'il était avant moi, et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par moi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășnit dintre noi și am văzut slavă lui slavă ca Lui, cum este ascult din Tatăl, plin de har și adevăr. Ioan mărturisea despre El și striga zicând: Acesta era despre care am zis, Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era și din plintelea Lui. Noi toți am luat și har peste har, pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Slavă Tebe, Gospode, slavă Tebe! Мир тим, Господи Ишу. Пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры, диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! В нынешний праздник праздников и торжество из торжеств, которое, по слову святителя Григория Богослова, столько превосходит все торжество, не только человеческие и земные, но даже христовые для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. С великой радостью обращаю к вам древние и вечно новое, всем привычное и в то же время неизменно окрыляющее наши сердца приветствие: Христос воскресе! В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность. Небо, земля и даже преисподняя исполняются света, видимый и невидимый мир празднует, ибо воссиял Христос веселье вечное». Воскресение Спасителя – это не просто историческое событие, о котором узнаем из священных текстов. Это краеугольный камень веры и, по слову святителя Московского Филарета, вечная новость, источник размышления, удивления, благодарности и надежды. Воплощением, страданием и тридневным восстанием Спаситель обновляет человеческую природу, избавляет нас от власти греха и смерти, отверзает людям врата небесного царства
и указывает нам путь к единству с Творцом. Именно во Христе, примирившим с Богом мир, мы все имеем возможность получить усыновление и оправдание, обрести вечную жизнь, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса, которого Бог воскресил из мертвых. Восстание из гроба Спасителя прилагает смерть в бессмертие, печаль в радость, обреченность в надежду. На кресте и в воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви. Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает нас над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться. Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершенного Христом искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечности мучений для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле. Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует: Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад. Слово, огласительное на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста, об этом говорит. Христос одолел неизбежность смерти и всеобщность зла, и мы смотрим на их поражение глазами веры уже и жизни будущего века с пасхальной высоты. Восстание Господа из гроба напоминает нам не только о самом важном событии минувшего, но и свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Нам же необходимо через исполнение заповедей Господних, через совершение дел любви и милосердия, через участие в таинственной жизни Церкви присоединиться к Христовой победе и остаться верным Ему до конца, памятая слова Священного Писания: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанный». А посему, возлюбленные братья и сестры, по слову апостола, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. И пусть праздник воскресения Господа Иисуса будет неизменным напоминанием об этих неложных божественных обещаниях, дающих нам надежду и силы в самых сложных обстоятельствах. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере, любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победивших грех, смерть и всякую неправду. Будем же праздновать Пасху Господню чистотой жизни, благонравием и добрыми делами, дабы, преображаясь в нового человека во Христе и служа Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Пасха Христова, 2024 год. Христос воскресе! Воистину воскресе! И славите Господа! Воскресе!
Господи Боже сил, призри у милости на смиренные рабы Твоя и благоприятно сотвори молитву нашего Церкви и о всех людях Твоих, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец, ризу Твою я же есть церковь Бога Живаго, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащая ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воинов в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, лишенные крова в домы уведи, а учащие напитай, недугующие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов и блаженное упокоение даруй. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, яко да едиными устами и единым сердцем исповемися Тебе единому Богу и в Троице славимому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Державою Твоею всегда храним, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господи Боже наш, во веки веков. Аминь. Thank you.
Душу очисти, мой грешный Бог, помилуй. Душу очисти, мой грешный Бог, помилуй. Душу очисти, мой грешный Бог, и помилуй меня. Пиши херувиме тайно образующе, и животворящей Троице, Пресвятую пісень припевающе, всякою мною житійською отложи попечення. Пиши херувиме тайно образующе, и животворящей Троице, Пресвятую пісень припевающе, всякою мною житійською отложи попечення. Херувиме тайно образующе, и животворящей Троице, Пресвятую пісень припевающе, всякое ныне житейское отложи на попечение. Священно протеринство, священство, диаконство ваше, да поменет Господь Бог по царствию Своим, всегда ныне и присно, и во веки веков. Нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Возьмите руки вашего святая и благословите Господа диаконство Твое, да поменет Господь Бог во царствие Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Помяни, Господи, во здравие и спасение раба Твоего. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Господина нашего Высокопреосвященнейшего, митрополита Вениамина, Синод Белорусской Православной Церкви, архиепископа Димитрия, архиепископа Гурия, архиепископа Феодосия, архиепископа Софрония, архиепископа Стефана, архиепископа Антония, епископа Серафима, епископа Леонида, епископа Павла, епископа Порфирия, епископа Амбросия, епископа Евтихия, помяни Господи, епископа, сослужащую братью протерея Михаила, протерея Сергия, протоиерея Иерия, Игоря Иерия, Алексея Иерия, Сергия Иерия, Андрея, помяни Господи, 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 всех ненавидящих и обидящих меня, всех заповедавших мне недостойно молитесь о них, помяни Господи, зде поющих, предстоящих и молящихся. Алексия, Троковица, Анастасия, Младенца Николая, Младенца Ксения, помяни Господи, помяни Господи, помяни Господи, Доме нашего, помяни Владыку Твоим, Духом Твоим, помяни Господи, помяни Господи, помяни Господи, Господи, упокой Господи душу усопших раб Твоих, всех сделанных нами поминаемых, пожги и воинов на поле брани жизнь свою, за веру и отечество положивших всех от века, у вере и покаяния скончавшихся православных христиан, святейшие патриархи Сергия, Алексея, Пилина, Алексея, Павла, Игнатия, Максима, Иринея, помяни Господи, Неофита, святейшего патриарха Алексея, митрополита Филарета, помяни Господи, протерея Богдана, Мирона, Данила, Магдалины, Анны, Михаила, Стефана, Марии, Екатерины, Юлии, Магдалины, Зиновия, Алды, Ольги, Варфоломея, Александра, Александра, Михаила, Галины, Галины, Святой Анны, Леонида, Вероники, Анны, Елены, Елены, Арсения, Елена, Анны, Федора, Надежда, Надежда, Матфея, Екатерины, помяни Господи, Георгия,
Георгия, помяни, Господи. Помяни, Господи. Всех послуживших во святом храме сим, и в часы, и скончавшихся, помяни, Владыка, Твоим благоутробе. Помяни, Господи, помяни, Господи, помяни, Господи. Достоинство и простимся согрешения мое, вольное и невольное, Боже милосердный, милости Боги, а не грешный Господь. Умягчи злые сердца, восстающие на церковь Твою. Умиротвори народы наши, Господи, дай мир. Отечество наше, и в мире Твоем, Боже милосердный, милости Боги, а не грешный. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято Троицы Сергеевой Лавры и Священного Архимандрита, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Вениамина Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Свято-Успенские Жировицкие обители Священного Архимандрита и Синод Белорусские Православные Церкви, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И во веки веков. Аминь. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский и диаконский чин, настоятеля, братью, прихожан, святого храма сего, зде поющих, предстоящих и молящихся, труждающихся в храме сем, благочестиво в граде сем живущих, всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
тяни. Не тяни. Так, что еще? Господи, помилуй. Господи, помилуй. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Тебе, Господи, аминь. Мира всем и духове Твоему. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, едино, сущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Святой Марии Девы и вочеловечася, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго Господа животворящего и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие
Святаго Духа, буди со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Достойно и праведно есть опять Тебя благословить и Тебя хвалить, Тебя благодарить и Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего. Ты бы, если Бог не изреченный, недоведомый, невидимый, постижим Христа Сын, так уж Ты сей Ты и народный, Твой самый Дух, Твой святый. Ты от небытия в бытие нас привелись и от падшего ставились и паки. И не отступились и вся творя дом, где же нас на небо возвелись, и царство Твое даровались, и будущее. О, всех тех благодарим Тебя, и единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святого у всех, и к живыми, и к живыми, явленных и неявленных благодеяний бывших на нас. Благодарим Тебя службе сей, уже от рук наших приятий изволились, а ще и предстоят Тебе тысячи архангелов, тьмы ангелов, херувими и серафими шестокрылатий, многоочитие, возвышающиеся перонатий. Победную песнь поющего, пьюще, взывающе и глаголюще. Си моими блаженными силами Владыку человека любчего пеем благую. Святый си пресвятый, народный Твой сами Дух Твой святый. Святый си пресвят, великолепна слава Твоя. И же мертвые так возлюбились, я тоже Сына Твоего единородного дати. Да всяк веру в Него не погибет, но имя человечное, и же пришед он всех же нас. Смотри, не исполни нужно, уже предаешься, по часам себе предаешь. За мирский живот прием хлеб во святые свои и причистые непорочные руки благодарим Его. И освятил, прилумил, да есть своим своим учеником и апостолом орек. Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Подобней чашу по вечеру глаголю. Пите от нея все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Поминающего Спасителя Иисуса Запада, вся же у нас бывшая крест гроб, три дня на воскресенье, на небеса восхождение, одесное сиденье, второе славное паки пришествие. Твоя, от Твоих, Тебе приносяще о всех и за все. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Тебя, Боже наш, Боже, очисти мя грешного и помилуй мя, Боже, очисти мя грешного и помилуй мя, Боже, очисти мя грешного и помилуй мя. Ище приносим Тебе словесную силу и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащее дар сия. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим не спаслави, того благий, не отемни от нас, но обнови нас, молящих Тися. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим не спаслави, того благий, не отемни от нас, но обнови нас, молящих Тися. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим не спаслави, того благий, не отемни от нас, но обнови нас, молящих Тися.
і сотвори во хліб сій чесної тіло Христа Твоєго. Оїжив чаші сій чесною кров Христа Твоєго. Приложив духом Твоїм святим. Поклоняємося пречистому тілу і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Помяни нас, Господи, і когда приїдеш во Царстві Твоїм. Прости согрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в дни, в нощи, я же в уме и в помышлении, я же в видении, не в видении, я же в службе сей. Вся нам прости, як облаки человека любец. Разуми, настави, уцеломудрый, спаси, сохрани. Помилуй нас, Господи, Твои боись мы рабы, и Твои боись мы создание. Боже милосердный, дай мудрость, терпение, смирение, здоровье, управление паствой сей. Господи, умягчи злые сердца восстающих на церковь Твою. Господи, умиротвори народы наши, Боже милосердный, милостью буди нам грешным. Да помянет вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко же быть и причащающимся в отрезвении души, в оставлении грехов, при общении Святаго Твоего Духа во исполнении Царствия Небесного, дерзновение же Тебе несут или во осуждение, еще приносим Тебе словесную сию службу, еже в вере почивших, праотцах, отцах, патриарсях, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержницу во всяком духе праведнем в вере скончавшимся. Изрядно пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородице, помогай нам. Святі мене пророці, покличі, присвітлі святих славних і всіх павних апостолів, і всіх святих Твоїх Божих молитв, посвяти нас, Боже. І помянем всіх усопших у нас дійсно воскресіння, жизни, вічні. Тільки що Петра Алексея, митрополита Флорита, Петра Богдана, Мирона, Данила, Магдана, Мирона, Христа. Будем мир за мною, Твоєму, Сьому, Богу, Писмо, Сьому, Сьому, Сьому. Всякое епископство православных правоправящих славитель истинно, всякое просвятительство, христи, диаконство, и всякие священнические чины, еще приносим те славянскую службу, усиленные святые соборные апостольские церкви, уже чистым жительству пребывающих, о богохранимой стране нашей власти и воинства, нашим Господу мирное правление, дай мы в тишине тихо и безмолвно жить и поживать во всяком благочестии и чистоте. Воистину воскрес! Первых помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергиевой Лавры, священного Архимандрита и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Вениамина Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Свято-Успенские Жировицкие обители священного Архимандрита, и Синод Белорусские Православные Церкви, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинны. Thank you.
Христу Твою, Духовного Господа, по Царству и Своим, всегда мы не писали и во веки веков. Господи, прими жертву, прими Господа жертву. Яконство Твоє допоміни, Господь, за Царство Своє, всегда на Христа Твоєго. І даш нам єдині милости, єдиним серцем славити і оспівати причесної великолепої ім'я Твоє Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і в веки веков. Амінь. І да буду на милості великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Христос воскресе! Подоби нас, Владико, со дерзновением неосужденно, смейте призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
всем. Боже, очисти меня грешно. Боже, очисти меня грешно. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Святая, святый. Поздравляются, раздираются. Yeah.
Исподобие осужденно причаститься причастных Твоих таинств, восстановление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечер Твой тайный день, Сыне Божий причастниками прими. Небо врагом Твоим тайно пойми, не лобзание Тебе, мяко Иуда. Мяко разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причастие святых Твоих тайн, Господи. Новое исцеление души и тела. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что к таинству причащения приступают только тем, кто был на исповеди допущен священником к причащению. Подходя к чаше, громко называем свои имена, при этом крестообразно сложив руки на груди, право налево. Причастившись, целуем нижний край чаши и проходим в конец храма для запивки. Thank you.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Христос воскресе! Ты есть освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С миром и сидем. Ой, Господи, Господи, помилуй. Всесильный и Господи Вседержителю, и же рабом Моисеем во исходе Израилеве от Египта и во освобождении людей Твоих
от горки работы фараоновы агнца заклати повелел Еси, прообразуя на кресте закланного волею нас ради агнца, землющего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты и ныне смиренно молим Тебя, призри на хлеб сей и благослови, и освяти его, ибо и мы, рабы Твои, в честь и славу, воспоминание славного воскресения того же Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Им же от вечной работы вражия и от адовых, нерешимых уз разрешения свободу и приведения получихом, пред Твоим величеством ныне, во всезлатый, всесветлый сей и преславный и спасительный день Пасхи сей приносим наш же сего приносящих и того лобзающих и от него вкушающих Твоему небесному благословению причастники быти сотвори. И всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая. Ты бо еси источник благословения и цельбам податель, и Тебе славу воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается артеси сия, окроплением воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Благословение Господне на вас, Бога благодати и человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав. Истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Беларуси, и Господи нашего Высокопресвященнейшего Иоанна,
Христос воскресе! Воистину воскресе! Слава Господу! Наступила эта радость для всех нас, для нашей Матери Церкви, для нашего возлюбленного Отечества и, конечно, для каждого из нас. Мы встретили великий радостный праздник Воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Верим и будем делать все для того, чтобы воскресение Христово совершилось бы в сердце каждого из нас. Ради этого мы шли путем Великого Поста. Ради этого мы постились, мы несли, надеюсь, смиренно и терпеливо наш жизненный крест. Мы шли навстречу Христу распятому, и верю, что встретились с Христом воскресшим. Да будет для нас это реальностью, да будет для нас это радостью, да будет для нас это той великой встречей, которой желает воскресший Господь и которую должен желать каждый из нас. Да поможет нам воскресший Господь умирать для греха и воскресать каждый день для жизни вечной. Ибо в этом смысл жизни каждого из нас. Благодарю всех вас за совместную молитву. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Всех вас поздравляю с этим великим радостным праздником. Желаю всем нам доброй веры, крепкой веры, надежды и любви в нашей жизни. Желаю всем нам доброго здоровья. Желаю мира в сердце каждого из нас. Желаю мира нашему Отечеству и, конечно, всему миру. Ибо Господь создал этот мир для того, чтобы он развивался, для того, чтобы он совершенствовался, а не разрушался. Поэтому от нас многое зависит. Будем иметь мир в сердцах наших, каждый из нас в сердце нашем. Будет мир в нашем обществе, будет мир в нашем Отечестве. Дай Бог, чтобы это было так. Дай Бог, чтобы воскресший Господь был бы в нашем сердце. Тогда в нем не будет зла, тогда в нем не будет греха. В нем будет мир и созидание. Воскресший Господь да благословит каждого из нас, наши семьи, наш народ, наше Отечество, да благословит и мир этот метущийся для того, чтобы мир созидал и понимал, что он создан для развития духовного и для того, чтобы однажды встретить второе пришествие нашего Спасителя в этом мире для того, чтобы наследовать каждому из нас Царство Небесное. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Несите эту радость в свои семьи, несите эту радость в своем сердце всем, кого будете встречать на пути и не только сегодня, но и в другие пасхальные и непасхальные дни,
потому что воскресший Господь – это радость наша, это наше спасение. Милость воскресшего Господа да будет со всеми вами. Аминь.